она на этом вся родила, говорит, что это они молчали. Санька, чугунок домыл? Нет, просто Виля. Да, злая мачеха. Не говори про меня так никогда, змеёныш! Хорошо, матушка. Ишь ты, развякался, кадык козий. Вот зря ты так косая, сестрица. Мне у вас самая малость осталось пожить. На Чикенкаре отпуск отгуляют. Придет за мной Вовка, укачу с ним. Коминг-аут снимать. Я чуть ватруха не подавилась. Милее имели твоя неделя, никуда мы тебя теперь не отпустим. Так кто вас спрашивать-то теперь будет? Будете сами на ногах ногти стричь да гусей душить. Приедет мой Вовка. А вот и не приедет. Приедет. Не приедет. Он приедет. Переезд, думал, щельма. Пошли во двор, ворот я буду. Давай, маманя, всыпь ему посильнее, чтоб гузно горело. Не надо, матушка. Не видать тебе селебрити. Да, стух твой Чикенкаре. Как масянин. Давай, маманя, пари его. Не надо, матушка. Не надо, сестрица! Вовка за мной приехал на модном Kia Soul. Как же я не приеду, Сашка? Тут клиренс 18 сантиметров. Матушка, какая была лайка чистая! Так акустика Harman Kardon звучит. А светодиодная оптика ярче солнышка. Самовыражается городское. Вчера голубятник красил, а сегодня в модники подался. А кузов-то двуцветный. Краше царской горницы. Леди, уберите свои неухоженные пальцы от мальчика. Батюшки, не салон, а хоромы, а дисплей какой колоссальный. Вот как праведная молодежь живет, косая сестрица. Ну почему все этому прыщу достается? Я тоже машинку хочу! Хочу, хочу, хочу! Спокойно, леди. Под выпуском комментаут будет ссылка на тест-драйв. А нам пора. Ваш буллинг не будет забыт, глумливые родственнички. Варенье отравлено. На столе три карточки. Звезда, комментарий, наказание. Участник вытягивает звезду, который должен написать случайный идиотский комментарий в Инстаграм. Если участник соглашается опубликовать, получает балл. Если нет, выполняет дурацкое наказание. Привет, я Владимир Маркони, это шоу «Коммент Аут». Он футболист и бережет свои ноги. И я на 70% уверен, что не он участвовал в видео с Алексеем Паниным. Лучший футболист в этой студии Федор Смолов! Федор, дорогой, привет! Безумно рад, что ты у нас сегодня в гостях. Спасибо, что пригласил. Нашей следующей участнице футбол тоже помог заработать. Ольга Бузова! Когда Ольга Бузова приезжает в Санкт-Петербург, в свой родной город, мосты поднимаются сами. Да. У тебя самое большое количество подписчиков в русском Инстаграме. Это правда. Инстаграм — это реально неотъемлемая часть моей жизни. Сегодня у меня праздник. У нас у всех праздник. У нас 16 миллионов подписчиков, потому что вы все мои люди. Вы в моем Инстаграм. И... У нас тоже праздник. 586 тысяч, понятно. У тебя есть суперкубок, а? Да. Ага. И кубок. Вот так вот. У нас сегодня в гостях Федор Смолов и Ольга Бузова. И по этому поводу мы... Счастливы! Yeah!
Нам предстоит сейчас начинать наш первый раунд. Поэтому, чтобы определить, кто действует... Камень, ножницы, бумага. Бинго. Что ты будешь делать? Что покажешь? Что-то из трех. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Изи-катка. Вначале мы всегда подставим карточки, чтобы никто не думал, что у нас что-то подстроено, подтасовано. Мы не про это. Из центра сюда, сюда. Все. Ну что, Федор, тащи звезду. Давай. Та-та-дам. Юркис Афис. Юркис! Ей! Расскажи нам, пожалуйста, об этом человеке, мы мало что знаем. На самом деле, я с Юрой лично знаком, и он достаточно воспитанный и умный парень. Вот, по поводу там, творчества, лучше к нему у него спросить, что он думает по этому поводу. Да. Сначала наказание, да? Определяем наказание. Что ты будешь делать, если не будешь писать? Репетиция последнего ивента. Лежишь в гробу минуту, бля. Материально, нельзя даже его сюда приносить. Боль, не вздумай туда ложиться. А они тебя слушались. Оль, если не знаешь, это ждет каждого. И почему бы не порепетировать? Кошмар. Подушка ортопедическая, лежать на ней будет долго удобно. Да. Комментарий. Я гордость и лицо нации, а все завистники с тобой во главе, пусть сосут жопу. Это обращение к Юркису. Юркису, привет. Да. Слушай, наверное, не, начало хорошее, ты же гордость. Нет, вообще, ты же гордость. Может быть, он не дочитает до конца. Меня начало смущает, я бы так не сказал почему никогда. Ты же гордишься собой. Оль, у меня другой вектор общения с людьми. То есть сосуд жопы тебя не смущает, тебя смущает гордость. Нормально, у нас действительно разный вектор общения. Нет, сосуд жопы по отношению к завистникам, это справедливо. Юркис, веселый, добрый человек, наш Бруно Марс. Да, он поймет. Вот сейчас я ему еще лось запилю вначале. Ты чист. Прокладка. У него клип, новый клип с Лизой Чеботиной. Люси Чеботиной. Люси, да, разумеется, Чеботиной. Та самая. 160 комментариев. Нормально. Так, чтобы... У него, получается, 160 аккаунтов. Тут, походу, мой... Слушай, мой будет не самый, походу, еще. Юра, даже Панин и Нога смотрятся вместе гармонично, чем ты. Кто-то еще записывает комментаут? Почему люди это пишут сами? Мой комментарий может там затеряться просто. Он даже не обратит внимания на него. Нет, он посмотрит и скажет, ну, хоть что-то приятное. Я пишу. А посмотрите гроб, он прекрасный. Сань, хочешь, полежи? В смысле, ребята, полежи в гробу. Ну, может быть, хоть ты попробуй. Нет, а при чем здесь я? Секундочку, у меня свои комментарии будут, свои гробы. Постой, а в чем же тогда ты спишь дома? Я в кроватке, с собачкой. А я люблю такие реакции, понятно? Вот так-то вам. Опубликую. Я говорю, что это нация, а все завистники с тобой, пусть сосут жопу. Окей. Федь, он нормальный. Он окей, да, 100%. Он поймет. Федь! 3 секунды назад! Я очень боюсь, я не понимаю вообще, зачем я согласилась. Это нормально, это нормально. Оля! Я. Дорогая, тебе нужно ты, Оля Бузова. Я. Да. Телеведущая, актриса, дизайнер. Привет. Но это не все написала, просто не помещается. Там много еще другого. Так ты смайлики убери, вот эти. А что мы Федину страницу не обсудили? Вот это креатор. Что? Вот это вот, только вот. Нас двое, я и Тайлер. Тайлер, the creator. Да, тот самый. У него уже недавно отменили концерт. Ты, может, про Сапа Роки? Может быть. Оля. К нашим звездам. Они же не певцы. Да. Звезда! Кто? Говори. Ну, Оль, давай. Амиран Сардаров. Амиран! Нормально все, нет? Амиран меня очень сильно обидел. Чем именно? И мы с ним не общаемся. Класс. Уже 3 года. Да ладно, серьезно, 3 года? Да, есть, я, кстати, возможность... не знаю, может быть, у меня заблокирован. Потому что я в какой-то момент... Ну, сейчас разблокируешь. Ну да. Есть возможность с ним возобновить отношения. Да. И опять подружиться. Подружиться, да. Что? Так, что там? Кто здесь киса? Это я. Понятно. Мяумур. Выясни. Топчешься в мокром кошачьем лотке, голыми ногами 30 секунд, громко мяукая. Ты чувствуешь?
Ну, конечно, кошечка, давай. Не волнуйтесь. Вы извращенцы. Реально, Элли, я не понимаю. А причем это правда, начало правда. Ну-ка. Ты гордость и лицо нации? У меня... У меня дома отключили горячую воду. Можно я приеду к тебе и помочусь на твои пиджаки? Ну это тоже не супер жесть, нормально. Это не жесть, но это... Там ничего... Да он не носит пиджаки, он вообще... Он не поймет вообще. Если честно, мне кажется, что я могу сделать первый шаг и написать ему, чтобы помириться. Потому что он, на самом деле, хороший парень. Да? Ой! Ой! Амиран! Амиран, привет! Эксклюзив, только шлепки по попкам. О, нормально, 2000 комментариев, меня не заметят. Да, тебя не заметят. Сделай первый шаг. Я считаю, что нужно быть благоразумной и пойти навстречу человеку, который тоже ко мне... Ну, такой дружелюбный, на самом деле. Ну, кстати, да. Да, помочусь на твои пиджаки. Довольно хорошо. А что, хуже лоток или гроб? Можно я приеду? Хуже гроб! Вы чего? А гроб с наполнителем. Да, хуже было бы, если бы в гробу, если бы в гробу был лоток. А ведь Миран кому-то еще и отвечает. Он всем отвечает. Да, он женщина прям... активный пользователь. Он переживает за Инстаграм, поэтому. Смотрел ваш выпуск с Кулик, по-моему, здесь был. Он ему что-то написал и что-то такое. Прошла сразу... секунда. И он звонит ему сразу, да. Отправляем? Ну, подержите меня, пожалуйста. На тебе! Есть! Да! Браво, браво! После первого раунда счет 1-1! Ей! В нашем шоу реально большие ставки и главный приз, какой же именно, расскажет наш распорядитель подарка. Yo, what's up, guys? How you doing? I am fine. Thank you. And how are you? Говорит, хорошо все у нее. Как у тебя дела? I recognize you. Говорит, она узнала тебя. Your freak from coming out with good presents. Говорит, ты дурачок из coming out, но подарки у тебя хорошие. Ха! То-то же! Ну, держитесь приготы, глобалисты. Сегодняшний подарочек унесет вас в мир грез. Абсолютно легально. Что же приготовили мы с Эльдорадо для победителя? Внимание, не моргайте, ну же, брысь тряпка! Бум! Как молодежно! Игровая консоль Xbox One S с диском на 1 терабайт. Вот она, царица домашних развлечений. Подписка на игры, 4K Blu-ray Player, а также пространственный звук Dolby Atmos. Не во что поиграть. Это не про обладателя этой консоли. В коробочке уникальная подписка Game Pass, а также мультиплеер Live Gold. А это значит, что более 100 аппетитных игр уже в комплекте. В том числе Metro Исход, Mortal Kombat и даже Tomb Raider. Как я люблю на выходных покопошиться в гробнице. Но только победитель пристроит свои пальчики к этому обтекаемому геймпаду. Бейтесь! Delicious. Вкусно говорит. И для вас есть подарочки от меня и Эльдорадо. Это промокод с скидкой на 10% на покупку Xbox One S. Ссылка в описании. Ну, давай сыграем. Пью-пью. Это приставка Xbox One S. С диском на 1 терабайт. Конечно. С помощью этой приставки можно классно играть в футбол, Федор. То есть, как играешь ты? Пожалуйста, Федя, вытаскивай звезду. Да. Дмитрий Нагиев, Оль. Ай, ай, как разминулись вы, как грустно. Но зато ты, если что, за меня там, да? Нет. Хорошее дело возвращается. О. Полностью оплатить ремонт крыши Дома культуры в селе Костин-Лог, Алтайский край. Дому культуры присвоит ваше имя. Блин, кстати, прикольная тема. Да, это прикольная. Вообще супер. Это прикольная. Вообще супер. Да. Комментарий. Начало неплохое. Как же у меня жжет пукан от вчерашних острых крылышек. Твой язык бы стал для меня настоящим подорожником. Так...
Ну, сколько нужно платить? Живи село. Из 414 тысяч собрано уже 3400. Ну, а я могу сколько угодно, типа, на свое усмотрение? Нет, тебе нужно добить. А, 400 тысяч? А ты можешь подарить эту возможность Ольге, и это будет дом 2 культуры. Тоже неплохо. Дом культуры имени. Вот. Лично благодарность вам будет размещена на стенде в холле Дома культуры, и ваше имя навсегда будет вписано в летопись истории нашего села. Слышь? Кроме того, наш Дом культуры будет носить ваше имя, и память о вас сохранится на долгие годы. Вот! Вот! Федя, как это... Ты 400 тысяч, вы прикалываетесь? Ты пока думаешь, ты больше заработал, ты понимаешь? Ну нет. Ну почему? Нет, в смысле, это крутая идея, можно и так его купить, как бы, но и комментарий мне хочется написать. Ну, блин, 400 тысяч, Дом культуры, хорошая, конечно, идея, но... Да. Твою честь, твою честь, удалось, прикинь. Мы свидетели, гордость нас. Где-то сейчас маленькая девочка, которая не может себе позволить выступать в этом Доме культуры, потому что там протекает крыша, думает... Вот бы Федя нам помог. Да, к тебе там будут так хорошо относиться. Это добрые дела, энергетика. Блин, ладно, мне надо тогда в приложение зайти. Сейчас надо перекинуть деньги на карту. Чего? Ну да, что такого-то? Это очень круто. Это... Нет. Однажды я почти подержал такие деньги. Федор, и согласись, это очень необычное чувство, да? Потратить 400 тысяч за раз и потом 2 недели не переживать, что что-то подхватил. Дом культуры имени Федора Смолова. Да. В селе. Костя влог. Вот. Да. Но это лучше, правильно, чем вот там шампанское заказывать, правильно? Лучше Дом культуры поможешь. Молодец. Вот. Молодец. Давайте поаплодируем. Хорошие дела всегда возвращаются. Блин, я смотрел, у вас там реально там за пределы 50 тысяч ничего никто не выходил. Так, а мы же пришли, понимаешь, Петь, там они каждому гостю, у них подход индивидуальный, да? Да, да, да. Блин, сходил на комментаут просто. Минус 400 тысяч. Так. Все, информация о платеже отправлена на ваш... На самом деле, это реальная помощь, реальное село, реальный Дом культуры. И мы тобой гордимся, Федя. Да, спасибо. Давай. Филипп Киркоров. Филипп. Филипп, я давно тебе не говорила, да? Я тебя очень люблю. У тебя же есть чувство юмора? Так, смотрим наказание. Наказание, давайте. Овощной камшот. Ты садишься на стул. Соперник приставляет морковь к поясу и теркой трет ее тебе в рот. Пожалуйста, овощной камшот в студию. Пожалуйста. Так. А, да, пожалуйста. О, Господи. Угу. О! Здравствуйте. Спасибо. Спасибо за ваши стендап-выступления. Большое поклонник. Мне кажется, да, мы были знакомы. Давно. Очень. Так вот, что такое овощной камшот? Федя, ты держишь морковь. Да. И как бы и терочкой можно приговаривать. Я понял. Это ужасно. Хочу запретить перелеты тупым мамашкам с их... кричащими детишками, которых надо тупо смыть в унитаз. Ты со мной? У тебя рука поднялась бы такое написать? У меня есть деньги. У Феди есть наверняка свой самолет. Зачем с этим не сталкиваешься? Зачем мне писать это?
есть вещи, которые можно написать, и есть вещи, которые для меня являются, ну, просто святыми. И так шутить, это очень, ну, за гранью, я считаю. Спасибо. Это правда, спасибо. Правда. Ну что, давайте тогда уже сделаем это. И вот. Так поудобнее. Чуть, а можно я тоже немножечко потрогаю? Нет! Блин, что за трэша придумать? Спасибо свадьбе в Нарафаминске за хорошую идею. Не убирай эту штуку. Рано, Оля. Давай. Точи. 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 Все. Федь, перекури разочек. Конечно. Все, есть, да! Ну, клево, молодец. Ну, поздравляю. После второго раунда счет 1-1. Пожалуйста, бери звезду. Звезда. Блин, ну... Я что? Артем Дзюба. Ой! Ой! Новая работа. Изменить описание своего профиля в Инстаграм. То есть это вместо Федор the Creator будет... Научу правильно какать. Восстановлю анальную ауру. Давайте комментарии, в общем, сейчас. Готов перевести каждому по 1000 рублей, кто напишет под этим постом «бритая пися» и пришлет мне скрин в директ. Артем Дзюба, пожалуйста. Новая форма «Зенита». Ну, ваши конкуренты. В принципе, нормально. У кого кубок? Да, ты же топишь за свою команду. Ты можешь писать ему все, что угодно. Согласен. Кто напишет под этим постом и пришлет мне скрин в директ. Смотри, что тебя смущает в этом наказании? Ну, да не, ну это вообще, восстановлю анальную ауру, ну камон. А что такого? Вы стали ближе. Подожди, а на какой срок нужно изменить описание? Навсегда. В смысле? То есть у меня не будет больше креатора, будет только вот это? Но сколько? Все запомнили, что ты креатор. Слушай, это ведь тоже определенного рода креатор. Ты же создаешь, меняешь. По 1000 рублей, кто напишет под этим постом бритые писи и пришлет мне скрин в директ. Блин, ну ладно, пишу, короче. Но ты будешь вечером сидеть и всем отправлять 1000 рублей. Ты же будешь выполнять обещания. Да. А обещать значит сделать. Готов перевести каждому по 1000 рублей. Все, я написал. Готов перевести, это не означает, что я переведу. Угу. Как вы умеете выкручиваться? Ну, то есть на данный момент я готов перевести, а когда пришлю скрин, тогда, может, я уже буду не готов. Оля! Я! Пожалуйста, тебе нужно доставать звезду. Звезда, Максим Галкин. Макс Галкин! Человек с прекрасным чувством юмора. Мы друг на друга подписаны, мы друг друга лайкаем. Наказание. Вы что? Что за... Жизнь насекомых! Наказание такое. Надеваешь тараканьи усы, встаешь на четвереньки, и за тобой 30 секунд бегает человек с тапком. Нормально, нормально, не страшно. А где же этот человек с тапком? Давайте его попросим, чтобы он зашел. Там... Нет никого? Я очень просто боюсь. Покажите. Не, ну вот костюм просто таракана. А, это я это одеваю? Да, да, и ползаешь. Да, конечно. Вот, и ползу? Вот костюм, да. Оль, не вопрос. А как давно ты была на четвереньках? Очень давно. Сочувствую тебе. Смотрим комментарии. Давай. Ну это просто, так нельзя. Ну давай. Ну почему? Я очень просто хороший человек, правда. Я не хочу на четвереньках. Где ты оступилась, что у тебя такие комментарии? Почему мне? Почему ему нормально? Ну я не готова писать. Думаю, что все-таки украинский. Хотите на колени меня поставить? Я поняла ваш смысл, я просто так высоко взлетела. Да, только таким образом можно поставить на колени. Вы хотите меня опустить, да. Давайте костюм. Как же хорошо. Так. Куда ползти? Вокруг?
Вы можете уползать, Ольга, сколько угодно и куда угодно. Но так, наш. Так? Но наш терминатор. Поехали! Значит так, чтобы никому не было обидно, надевайте костюм. Оль, да! Держи. Давай! Так, еще вместе. Вова! 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 Хотим? Серьезно? Даже не могу понять, кому из вас больше подходит. Правда, я чуть-чуть, как меня. Хорошо, поехали. И... Это было сладко. Это спасибо большое. Браво, Оля. Спасибо. Это круто. Спасибо. Это настоящий мужской поступок. Да. Ты... Видишь, какая разносторонняя. Да, я могу и морковку есть, и тараканом быть. Друзья, после трех раундов счет. 2-1. Осталось две. Звезда, да? Виктория Боня. Ай. Ну. Нормально. Да. Полет к солнцу. Намазать солнцезащитным кремом мужчину в плавках. Так, а давайте мы посмотрим, что это за мужчина. Что это за мужчина в плавках? Друзья, это Борис. Он купил авиабилеты на курорт через сервис по поиску дешевых билетов Aviasales. И у него остались деньги и на трусики, и на крем. Aviasales. Сервис по поиску самых дешевых авиабилетов. Блин, вы что, прикалываетесь? Что? Ну, это вообще ужас. Давай, читай вслух. Приезжай ко мне, понюхаешь как с моей задницы, но без к***ина. Блин, ну это трэш, конечно. Ну то, что там типа с моей задницы что-нибудь другое еще окей, ну про к***ин как-то вроде. А с твоей? Ну да. То есть ты-то не нюхаешь ничего? Ты-то не нюхаешь, она... Ты-то нормально на спорте. Я подписался на Борис. Да, давай посмотрим, что у нее там такого. Я считаю, что у Номи самая красивая, яркая столица в институте. Согласны? Мы не столько знаем об этой девушке, Номи. Но она отвечает на комментарии все. Ты смотри, ты спас людей, заплатив им 400 тысяч рублей. У них есть дом культуры. А этот человек не сгорит под нашими софитами. А где мазать-то реально как бы всего? Ну как, все тело, да. Оно небольшое. Небольшое тело. Да не, ну блин, Борис, вы, конечно, в великолепной форме, но... Федь, а так ты еще обидишь девушку? А вдруг она без чувства юмора? Вдруг она очень ранимая? Вдруг она не оденется тараканами, не поползает по студии, понимаешь? Она ждет. Смотри, в этом нет никакого гомосексуального подтекста и флера. Я сейчас стою, меня к нему, конечно, невероятно тянет. Но... Я из Саратова, я отморозок. Борис, не в этот раз. Все равно большое вам спасибо и поздравляем вас с прекрасным приобретением билетов на Aviasales. Удачного отдыха, всего хорошего. Счет, напомню, 4... Да ё-моё! 3-1, да? 3-1, да. Кто? Наша общая подруга, которую мы очень с Федей любим, Виктория Лопарева. Я не хочу с ней вступать вообще ни в какие банки. Я тут знаком. Она от комментарий твой не пропустит. Отписка нах. Отписаться от 5 человек реальных русскоязычных, не компаний, написав каждому в директ. Отписка нах. Несложно, кстати. Разумеется, вообще это должны сложно. Быть звезды. Хорошо, так, и смотрим комментарии. Да. Читая новости про хачатурян. Это же надо так не любить секс, чтобы так поступить с отцом. Сестры, дизлайк. Блин, что, мудаки реальные? Ну, это пипец, нет? Это просто вообще как так? Ну как а как, нет, а как так? Не, ну что ты думаешь, отписываешься? И все. Все, отписываюсь, давайте отписываться. Я не буду писать.
Все в порядке. Ни один здравомыслящий человек не стал бы это писать. Да. Счастье. И мы знали, кто к нам приходит. Отписка на. Ну, да. Саму пишем. Вот, у тебя прям... Давай прямо сверху пойдем. Кто? Знаком ли ты с Тимуром Батрудиновым? Нет. Я пишу или что? Ну, блин. Да, что тут? Все. Я отписываюсь. Я отписываюсь навсегда. Ой. Отменить подписку навсегда. И проклясть. Ой. Да. Первый, еще четыре. Маш Погребняк. Написать. Зай, что тогда? За туфли? А, so где? А где грязь? Мы хотели увидеть что-то такое. У нас в другом месте грязь. Есть телеграм. Ай. Отписка нах. Отписка нах. Маша Погребняк, до свидания. Все, ты отписалась. Все, отписалась. Идем дальше. А давай, тогда... давай Федя выберет. Очень мало людей. Что случилось? Давай вот, вот это. И надо написать, да? Давай я напишу. Давай. Сама. Это Астя, да? Из то есть ты группы... свои сторис ей отправляешь. А ты написала отписка нах? Написала отписка вы нах. Вы все видели? Не было. Давай. Через секунду. Стоп, стоп, стоп. Скажи ему, потому что ты сам все знаешь. И все, и повесь трубку. Да, это будет клево. Давай. Алло. Да, Тимур. Что случилось? Да ты сам все знаешь. Офигеть! Тимур! Еще два. Хороший. Он такой хороший. Я подпишусь на тебя обратно. Еще два человека. О, да, давай, давай от Новацкого. Я давно мечтала! Он будет звонить тебе, как думаешь? Он заставит Батрудинова отписаться. О, Фризи я напишу. От Фризи, все, Фризи. А, я не хочу директ открывать наш. Давай Малахову. Давай, давай Малахов, да. Моя королева, только взял телефон в руки, люблю тебя. И я тут отписка нах. Он сразу поймет, что это не я. Отписка нах. Все. И отменить подписку. Отменить подписку, да. Что ты все, как... Что ты все... Опа! Опа! Алексей, привет! Привет! Отменить подписку. Я выполнила свое задание. Да, ты... Оля, молодец! А счет после 4 раундов 3-1. В пользу Федора Смолова! На нашем 5-м раунде вы получаете 3 призовых балла. Для каждого из вас мы приготовили фразу. Вы эту фразу произнесете, когда будете звонить, ну, написали. Давай, все, давай уже не мучай. Кто у нас будет... Уже да, уже ничего страшно. Не страшно, я понимаю. Окей, Оля, это вам. Это будет ваше задание. Наказание. Да, смотрим. Наказание. Дружеский пост. Опубликовать у себя в ленте фото Олега Тинькова с подписью «Прекрасный, талантливый, целеустремленный, яркий, харизматичный. Мужчина с большой буквы. Мой хороший друг Олег Тиньков. Вдохновляй, а мы тебя поддержим. Обязательно размести в ленте. Не сторис. Недельку повисит и хер с ним». А кто такой Олег Тиньков? А что это я ему буду рекламу делать бесплатно? Не, ну это наказание. Это наказание. Но я должна, что я должна сделать, чтобы выиграть 3 очка, скажите мне. Ты должна позвонить человеку. Давай. Может быть, мы позвоним Филиппу Киркорову. Давай. Отлично. Со следующим сообщением. Я придумала песню. Там есть... А, ну я буду нормально говорить, да. Чтобы он не подумал, что я прикалываюсь. Угу. Там есть сексуальный подтекст. И там и мало слов, и мне кажется, это будет бомба. И такая танцевальная версия, чтобы успеть зацепить за летние хиты, чтобы стали в клубах. Но я не давлю на тебя, просто скажи, как тебе, ок? И у тебя есть текст песни, который мы тебе написали. Узнаем, понравилась ему эта песня или нет. А мелодия какая? А ты сама певица. Да, кстати. Собачка говорит гав-гав, коровка говорит му-му, кошка говорит мяу-мяу, а я тебе скажу привял. Гав-гав-гав, му-му, мяу-мяу-мяу, привял. Гав-гав-гав, му-му, мяу-мяу-мяу, привял. На WhatsApp звонить или на... Давайте на WhatsApp. А ты экономная.
О-ля-ля. О-ля-ля, Филипп, привет. О-ля-ля, кто звонит? О-ля-ля. О-ля-ля. Это я О-ля-ля. Тебе звоню. Ты знаешь, что очень хочу, ну, давно хотела, чтобы мы дуэт записали. И помнишь, ты мне тоже предлагал. Но все как-то, да, но все как-то у нас... Песенки, я тебе предлагал песенки, но ты их отвергла. Ну там, ну потому что я придумала сейчас песню реально, которая нам подойдет. Там есть и сексуальный подтекст, и там будет не очень много слов, и это реально на лето будет бомба. Так, знаешь, танцевально, чтобы успеть, ну, зацепиться в клубные, ну, летние хиты, чтобы встали в клубах, чтобы увеличить аудиторию. Я тебе сейчас напою. Собачка говорит «гав, гав», коровка говорит «му, му». Кошка говорит «мяу-мяу», а я скажу тебе «привяу». Гав-гав-гав, му-му-му, мяу-мяу-мяу, привяу. Чего? Гав-гав-гав, гав-гав-гав, му-му, мяу-мяу-мяу, привяу. Ой, ты охуела. Я не... такое говно петь не буду. Я такое говно петь не буду. Ну... Знаешь, кто бы смог? Вот Коля. Вот Коленька, ты знаешь Коленька Басков, да? Ему вот позвонить? Закадычный, заклятый дружок. Вот да. Вот он, я уверен. Вяу, вяу, вяу. Вот это вот. Да. Коленька, вот это согласится. Я вообще к дуэтам сейчас не готов. Все, я поняла я тебя. Я не готов. Я, может быть, готов сейчас к одному дуэту, только с одной певицей. Только с одной. Хорошо. Но я тебя попозже позову. Я ее жду. Селин Дион. Тогда я дарю вам эту песню. Ага. Это было круто. Ты держалась великолепно. 3 балла. И счет на данный момент 4-3 в пользу Ольги Бузовой. Давай посмотрим, что тебе предстоит делать. И ясно, тебе да? Нужно выбирать, ты будешь выполнять наказание или же, не глядя, выполнять то, что мы здесь тебе написали. Мало половин распилить свою обувь. Ну, обувь-то жалко, это коллаборация с Fragments. То есть я сейчас, ну, типа, если я отказываюсь, я по-любому звоню. Да. А если я сейчас, ну, скажу, нет, я не буду распилить свою обувь, и потом переобуюсь, скажу, типа, нифига, я лучше распилю обувь. Во что ты переобуешься, если ты распилишь ее? Я имею в виду, я сейчас скажу, да, я буду звонить, а потом скажу, нет, я не буду звонить, я распилю обувь. Нет, это получается на ветке светку, светки на ветку, так нельзя. Буду звонить. С кем ты общаешься плотно? Из звезд шоу-бизнеса, из спортивных звезд? Не знаю, там L1. L1? Да. Ты не имеешь права говорить сейчас L1. Тебя... Тебя даже засудят, понимаешь? Лёва, да. Ну, а чем его Ковальчук не устраивает? Ковальчук? Ну, по-моему, хорошо. По-моему, хорошо. Да, давай, Ковальчук. Фёдор. Да. Открывай. Привет, как сам? Звоню не поздно, хочу посоветоваться. Мне Оля Бузова активно пишет, предлагает с ней отношения, типа мутить, но типа официальные отношения. Мне она, в принципе, норм, вроде прикольная, я бы, наверное, за... Но не понимаю, может, она просто ради хайпа. Но я бы, конечно, хотел, но, блин, может, что-то нечисто, что думаешь? Фраза Ольги Бузовой. Федя, ты зачем нас обсуждаешь? Я перезвоню. О, нет, я просим, да я распилю стюарды. Ну давай, что, я звоню тебе, да? Давай, звони. Да. Алло. Алло, бре. Чем? Ну как ты? Да ничего, нормально. Слушай, серьезно, сейчас это, серьезный разговор есть, послушай, пожалуйста. Чего? Давай. Слушай, хочу посоветоваться с тобой. Мне вот, ну, Бузова Оля, короче, активно пишет, предлагает с ней там отношения, ну, мутить. То есть, типа, чтобы мы встречались. Мне она, в принципе, нормально, знаешь, прикольная. И я бы, наверное, за, но не понимаю, может, она просто ради хайпа. Я бы, конечно, хотел, но, блин, может, что-то нечисто, как ты думаешь? Ну, если нравится, что нет, тебе какая разница? Не, ну... Там пройдет, сразу прочувствуешь там все. Не, ну я согласен, брат, видишь, ну как бы спасибо, что поддерживаешь. Да, конечно, а что, мне вообще наоборот, все нормально будет. Ты, в принципе, как бы так нормально, да, к этому относишься? Да, конечно, а что?
Я видел это с Собчачкой в ее выпуске. Она там агрессивно была настроена очень. Кто, Собчачка или Оля? Нет, да обе они, по-моему. Федь, ты зачем нас обсуждаешь? Ты зачем нас обсуждаешь, Федь? Блин, бро, сейчас это перезвоню, подожди. Театр у микрофона имени Коментаут. Илья Ковальчук сказал, что она нормальная так-то. Все понимаете? Что она нормальная? Она сегодня зарабатывала 4 балла в шоу «Коммент Аут». Ольга Бузова. 6 баллов заработал Федор Смолов. Федор сегодня получает от нас приставку Xbox One S. Класс. С памятью, с диском на 1 терабайт. Вау! Клево, еще 3 месяца подписок, видишь, каких-то? Это геймпас. Федор, дорогой, видишь, все было не зря. В конце нашей программы мы всегда отдаем чемпиону железные яйца. Держи, это тебе. Оля, дорогая. У меня какие? Я раньше никогда нашим участницам, у нас были самые известные, крутые звезды, девушки, никогда не заказывал дизайнерский букет цветов. И в этот раз не закажу тоже. Все, всем пока, чао! Это было шоу «Коммент Аут». Ольга Бузова, Федор Смолов. Невероятная битва. Охренеть!